Сегодня в России отмечают День преподавателя высшей школы. Праздник совсем новый. В этом году он отмечается впервые. Дата для него выбрана символичная. Именно 19 ноября родился Михаил Ломоносов, основавший первый российский университет. Работа преподавателя вуза сложная, ведь каждый студент – это уже сформировавшаяся личность со своими убеждениями и жизненной позицией. И порой преподавателю что-либо доказать или порекомендовать коллективу молодых людей очень непросто. В целом новый праздник должен повысить престиж преподавателя высшей школы и усилить интерес молодежи к этой важной профессии, обеспечив приток кадров. Я хотел бы вспомнить наших коллег, старших ветеранов высшей школы, которые находятся на заслуженном отдыхе, и пожелать им крепкого здоровья. И напомнить о том, что мы их помним, любим. Сегодня я тоже хочу поздравить их с этим замечательным праздником, который вот наконец-то сегодня имеет высшая школа. У нас сегодня в высшей школе Карачаево-Черкесии работает более 900 сотрудников, преподавателей. Каждому из них хочу пожелать мира, добра, крепкого здоровья, хорошей зарплаты и общественного признания на том тяжелом участке, ту миссию, которую мы делаем. Сегодня она очень значима, очень важна. И очень хотелось бы, чтобы и родители, и сообщество гражданское понимало это и отдавало как бы свое почтение тому, что мы называем гордо учитель.